Как сообщили свидетели, водитель маршрутки номер 98 поставил автобус на ручной тормоз и покинул салон. Однако ручник не выдержал, автобус с пассажирами поехал вниз. Остановка общественного транспорта расположена на пригорке. Ситуацию спасла девушка-пассажир, которая сориентировалась, схватилась за руль и остановила транспорт. Автомобиль врезался в дорожный знак, забор и остановился. Пострадавших нет.